Как говорил мой дед, я твой дед. Блин, заебали бешеных кормить. Алло, блядь. Кто их кормит? Тебя ебёт. Ебёт, блядь. Комбат. Mortal Kombat? Но. Mortal Kombat. Ты что там кукарекаешь? Таблетки забыл. Нихиля у вас это же вечерник, да? Yes. Хули в 10 включили, нахуй, кнопочку крякал. Вот кукарек. Так, я пошел, короче, дальше мясо, которое чернусь. А че у нас, что ли, 25-го тела нет? Блядь, а кого я сумоню, нахуй? А кого вообще надо сумонить? Алло. Алло. Меня надо сумонить. Войт, а может мы этого, признан в ДД, а Мэтт Фокса в Эрдру? Не, сама получше. Три Ршамы страшно. Нормально. Что-то я, блядь, сумоню. Последний заломался. Спасибо, что место дали. Фу, твой шмот анрол. Держал для себя место. Пошли на это, на дерево. Так, я тактику забыл нахуй. Вспоминай, хули. Так. Вот рыба. Хаваем. Бля, я забыл. Мас. Хаваем. Что там? Масло надо. Я масло. Забыл масло купить. Сейчас бутылка есть. Да, Артис, хоть мастер, подходите сюда. Бутылка есть. Всякая параша, блядь. Маслогон. Давай, КФМ столик. Проверка. Да хоть масло. Чё, кто шо бафы? У меня стоит кулаки МП5. Угу, да, прекрасно. Когда стоит. У тебя кулаки МП5. Угу, у меня кулаки МП5. У Линдрена стоит прото, значит у тебя касочки. Кости. А у Дарт... он... а Дартис что, чилит что ли? Еще не понимаю. Да, Дартис каски разбафал. Короче, я нихуя бафать не буду. Не, давай ты я тогда понял, кулаки, а я тупо МП5. Чтоб честно ладно. Было. Говорил. Давайте Костя, короче, в рейтерке будет просто баф. Почилю. Нихуя вы захотели. Ебать нормально, блядь. Будут спекаться каждый раз, да, кто сдох, блядь, будет спекаться. Ребята, я объявляю протест хуёвым шуткам. Тот, кто шутит, простоит, я мне похуй. Я понял. Ебать, тогда тебя можно перманентно нахуй замутить. Холодринг, ты готов, нет? Нет. А чё ты чилишь? А, тебя, потому тебя... что я жару. Тебя одного ждем. Да все уже пожрал. Давайте ловите рыбу. Я не пожрал. Не, уже суп кушаю. И еще и лапки не было. Была, вон она висит. Ну вот теперь она на всех есть. Она на всех висит. Сейчас мы только перебафали ее. Не рассказывали. Frozen Hour. А чё ты хаваешь? У тебя что-то бафа еды нету, ты просто сидишь. Ты тыкни на рыбу. Ты тыкни на рыбу. А, я понял. Да не Маш. На ту рыбу, блин. Invisible сам.
3 секунды, там рыба рыгать будет. Играем. Когда нырнули, старайтесь находиться в видимости хилов. Бывает. Главное, чтоб руки выпали на тебя. И пулей полетишь открывать. Пулей прям. Со скоростью сверхзвуковой, да? Со скоростью звукового очка. Что-то признать, я не могу считать, где ты стоишь в очке в каком-то звуковом. Все, не будет рыбы, да? Все, рыба чилить пошла. Сколько мы хп, кстати, снесли? Немного. Это плохо. А че, где рыба? Сейчас появится. Ну, 15, ну 25% так-то нормально. Нормально рыба, блять, появление Рагнароса кастую, блядь. Рагнар, рок-н-ролл. Урги. Старый, ну чё, будешь делать квесты теперь, да? Какие? На ТТГ. Да, наверное. Как он заебал откидывать? Он же раньше РТД не откидывал. Сегодня я не буду. Может быть, завтра поделаем. Карта лучше, чем чешка. Теряем. Завтра после двух РТ поделаем немножко, ну и днём. А я это говорил, а я знал еще до апа, нахуй. Немножко статы апнуть. Ну что там, по сути, кольца, да, бисовые? Чё? Там бисовые. Ну, там кольца, тринки. Ну, тринки точно. Расскажите мне, пожалуйста, ну-ка сейчас, вот еще он раз нырнет, пожалуйста, посмотрите с точки спавна стражей. Вот... Возле креста, где он точно появляется, мне потом покажите. Один я знаю, вон там, вот где сэвэдился, вот оттуда идет, вот череп поставил, вот оттуда. Потом вот один получается вот здесь, да, вот квадрат поставил. И сколько их еще? Еще один или еще два? Сколько вот вы сейчас убили их? Да, Рома, рыбу убил. Ну, он два по краям стоят сейчас. Я кольцо заберу еще. Нихуя, у тебя приора нет. Похуй, я по консулу. Нормально. Что ты думаешь, Витя, ты далеко от нас стоишь, аура твоя не достает. Это твоя проблема, а не моя. Понял, я мой. Порешали. В РДД-зоне, бля, я причем. Ты встань вот, где я факел стою, нахуй. Ну, тут аура будет до всего рейда доставать. Факел вот этот спиной. Слышь, факел, блядь. Факел. Быстро собралось. Быстро факел. Знакомство с факерами. Знакомство с факелами на рыбе, блядь. Ясно. Травист очень сильно расстроился. Что, ты проебал свою эту? Ауру? Не, он проебал кольцо, если сейчас выпадет. Так я заберу его, я. А не заберешь ты нихуя. Заберу. Ничего ты не заберешь. Я просто его спищу и все. А, понятно. А тебе оно зачем? Да не, забей, не парься. В смысле? Да все равно откидывать будет. Ты не будешь каждый раз бегать. Забей. Его не будет, если он факел встанет, его не будет откидывать. Я поэтому и сказал про факел. Fuck you. Я просто сначала думал, факел что не отображается, потом я подошел ближе и увидел, что все отображается. Просто на него стоит. Сплыли. Сплыли, покинули тело. Что, дурной? Тихо нахуй, Донни. Реально. Донни, заткнись нахуй. Рома, надо было приходить вовремя. Да это еще повезло, что я прям, ну, типа в обход не пошел, пошел напрямик, короче, через лес с работы. Просто думаю, ну как же там сейчас без меня там, блядь. Ёбаный в рот.
Да неплохо было бы, в принципе. Поспешить, ебаный. На РТ, нахуй. Скорее на РТ! О, нет! День пропустим, все. Будем допронос, блин, в среду устраиваем. Сука добрый. Шо? 24 часа. Хули у меня тринки, я стою, никого не бью, мне тринки прокают просто так. Нихуя, Равист, у тебя задумки убить ГМа, что ли? Ничего себе. Волки мне по дороге не попались. Гэма-хэма. Нет гэма обычки, блин. Бля, вот сейчас ауру достаю. Так я встал в стол. А это звезды так сошлись. А ты красавчик. Рома, ты как будто не знаешь, что мы всегда начинаем с рыбы. А потом уже либо карась, либо этот. Рыба-карась, игра началась. А как там посередине? Сейчас кольцо падает. Ой, без причин. Не, ну не выпадает. Кольцо анроу! Кольцо анроу! Сюда, нахуй, давай я заберу его. Че, можно брать, да, на ДЦшника? А, ну шметка. С меткостью, блядь. Ну на ШПшника заберу, на ШПшника забираю. Можно, да? Давай, сюда давай, блядь. Можно, да? Давай сюда. Ебусь ГП нахуй. Паровать. Так, надо кому-то эту парашу. О, Дартис, да, будешь танчить. Дартис, поставь, кстати, ПГП лутмастер. А то ты тыкаешь или не тыкаешь, и вообще я не вижу, что у тебя одето, так неудобно. Поставь, слышишь? А то разок тебе шмотка не уйдет, будешь сидеть чилить. А где мою шмотку? Кольца сила заклинаю. Так. Буду шредер. Оп, нахуй. И полирольку сюда, блядь. Осколок есть? Фикс, нахуй. Какой осколок, блядь? Ты чё, головой ударился? Ты чё, уже осколки мерещатся, что ли? Не понял. Надо было спросить. Ему уже здесь осколки. Он тут уже ланир собирает. Да. Не, если бы Равист был в рейде, оно бы не выпало, блядь. Это стопудово, ну, типа, да, после бабушки. Да, Юля. Он уже здесь ланир собирает. Надо было спрашивать не осколки, а воронки есть? Воронки есть. Это я когда пацанов на улице останавливаю, говорю, воронки есть? Да, если попрыгать. Угу. А если найду? Рависту пати киньте. Там плюсует. Кто-то чилит, или? Дартис? Мне интересно, если Роме ринкануть его в ПМ, он сильно на меня обидится? Этот... Как он называется? Это слишком грязно. Слушай, закинь. Посмотри... Это, Мэтфокс, где ты там рыгаешь? Ты, ну... Чё у тебя за хуйня? Ты в воде, что ли, плаваешь? Или... Африкан я ношу. Опа, обрыгиваемся. Поставь. Блин, еще на всю комнату, нахуй. Поставь групп лот. Равист тут? Равист. Слышу. Че случилось? Че такое? Случилось? Да кольцо, да которое... Да ну, блядь, кольцо выпало, на подожди, котором он дрочит. Равист, подожди секунду. Равист, ты сам опоздал на РТ. Убили босса, который был тебе нужен. Да все могут опоздать, что такое. Чё ты вайнишь, блядь? Все могут опоздать. А чё, я не могу повайнить? У меня тоже не может быть хуевого настроения или еще что-то, объясни мне. Всех может нахуя, быть. Нахуя ты это там пишешь, типа, я там нахуй палю, не зайду, пока... А у меня хуевое настроение, блядь. Чё, не может быть? Ну ты делаешь, а? Всё, тихо. Успокаивать надо или чё? Это тихо. Я прошу все успокаивать. Тихо. Я просил... Ну, нахуя ты срёшь в общий чат? Последний раз, да? Прошу. Ты не хочешь, не буду срать. Всё, я фк. Пизду нахуй. Нас учитель по ОБЖ так говорил. Ти. Хо. Два слога. Одно действие. Он так говорил прямо? И? Хо.
Не, вот я про два слога одно действие, он прям так. Нет, говорил? Это я уже добавил. А, я думал он продолжал, блядь. Такую хуйню не. Он сам продолжал говорить свою школьную программу. Рома, ты заходить будешь? Захожу. А я думал, он кричал, его сейчас выебал. Не уходите. Нет. Я говорю, ты заходить будешь? Захожу. Слава, мы, короче, знаешь, фишку какую придумали? Ну, сейчас же в Дисе ввели новые, это, возможности. Не надо, Лёха, не надо, не надо. У него пердак сгорит, и он сразу всех забанит, блядь. Да, у него не надо это. Не-не, ты мне скажи, чтобы я знал, что за хуйня у меня готовит. Ну, короче, когда ты будешь материться, мы крякать будем. Так у вас у всех нету прав на эту хуйню. Есть. Ну, так я заберу нахуй. Ну в этом канале. У Заканыча есть. Нет, в этом он убрал только в этом канале. Если перейти в гостинку, то там. Гостинка это гостинка. Так гостинка, она там можно, ну, хуй на лбу. Он убрал только в рейд 25, а в остальных каналах-то есть. Ты чё, блядь? Чё, блядь? Тут поц через текстуры прилетел и пердить начал рядом со мной. Я себе, блядь. Там как бы кон. Там большой сзади идет. Это разбегаемся, рейндж. А бежать-то некуда, ебаный в рот. Рейндж набираем. Бежать некуда. Бля, Глеб пришел. Блять, вы можете разбежаться на рейндж? Не понял, нахуй. Пизда рулю. И седлу. Спиной вставай, падай. Быстрее будет. Подошли, Рома, упали. Надо было тогда предупреждать кого-то. Это, подходите, падайте. Сам прекрасно. Слышишь, знаете, не надо вот эту хуйню, это, долго бить будем. Давайте, падайте, быстрее спиной вставайте. А я не в комбате. Я тоже спиной умею бить. Рома, еще раз говорю, ты в рейд идешь, тебе место уступает. Человек, он потом себя хуево чувствует. Кто хуево чувствует? Дартис или Синхан? Неаполитан, давай. Портуйся. Чё там? Лестница? А этот бродящий, это тот, который по мостику ходит? Неаполитан, ты на замене? Рыбу быстро жрите, рыбу быстро жрите, быстро в рыбу. Нету времени рыбу на рыбу. Быстро выжить. Есть время. Жрите быстро, на 10 секунд жрется. Отойдите сюда. И на рейн сейчас будете разбегаться. Okay. В ту сторону, откуда он пришел, милики сразу уходите. Здесь хилам возле босса оставьте. У нас тут место. Да, он сейчас нет. Может. Ну ничего страшного, похуй. Нету танков. Нас это когда-то останавливало, блядь. Заберите с меня босса, блядь. Никто не заберет с тебя босса. Танков нету, слышал же. Че кому не 400 человек пришло, блядь? Не сагрите сзади мобу. Диспельте. Неаполитан, на гору портуйся. Это, стунтите кто-то с миликов. Че вы такие, я хуй знает. У вас есть незыбка там, какая-нибудь хуйня? Мы съебались. А куда вы съебались? Ну, идите стунтите, баба. Че, бичи что ли? Болезни уже нету. Не идите, нихуя. РДДшники, ну идите тоже сюда тогда. Че вы там стоите, делаете, блядь? А, еще мобов загрели. Ну, это кто-то убежал. Бомжи, потому что, нахуй. Ну, затаунтил. Я его не удержу, какая разница. Ну, визибл только может справиться с зданием. Сейчас. Добьете там, ну, поставьте шкаф. Да никто не добьет, нахуй. Блин, ногу пососем, нахуй тут. А нахуй встали вообще? Еще и маг, нахуй. Все, опять падай, нахуй. Опять падайте все, блядь. Авеланя, хуйни диван. Быстрее, пожалуйста. Уже был. Уже да. Был. Так он тут ходит, хули пон тут диван кидал. Да, тут понта нет, блядь, уже кидал. Встали по итогу, опять сдохли. Я не понимаю, танки почему тело покидаете? Танки встали, были танки, вообще, может, зачем, блядь? Когда резали всех? Вот тут мы так возле рыбы. Ты пока что долго будешь?
Еще, сука, РДДшники этих даунов, нахуй, брандашмыгов понагрели, магов пустоты две штуки, нахуя? Вот что, нахуй? Вы совсем не видите, где есть мобы, где нету? Да нахуй надо, блядь? Сука, пидор болотный, блядь. Ебало страшное, да? Я понял. Нет, нет, Авила, не, подожди меня. Он, блядь, тяжелый нахуй. Грузный, ебаный. Подбегайте сюда, резайте нас. Хуль ты лежишь? Точечно, ебаный. Встали, там... побежали. Встали, побежали, команда. Какой побежали? Бегите сюда, блядь. Вон там этот а есть. А Слава стоит и фласку просит. О, о, ресы. По, это, по одному. Лока еще реснем, мы сумнем. Притон, не вставай только, блядь. Давайте сумоньте тогда. Мы как, короче, в фильме с Индианой Джонсом в туннеле деремся с камнем, блядь. Который по нему катится. И каждый раз умираем, пиздец. Бежать надо. Тыкаем. Что там, смон будет? У нас ну, реса нету. Там рисуется, что-то точечно. Пускай рисуется, это как было раньше хотел. Кстати, как он узнавал Слава, СБСки, короче, с пласта падают, ну, в обычном режиме только трени, 284, остальной шмот только с гера. Охуенно. Там, кроме трени, тоже очень много вкусного. Дальше, я сейчас суммонил. Ребята какие-то, с кем я общался, говорили, что типа после убийства первого босса вроде как не запускается уже сложный режим. Типа если убил, то дальше он просто не вырубается. Ты имеешь в виду, если первого в обычке убить? Угу, да. Ах, он уже в обычке, блядь. То проверить можно. Ну, не знаю, но мне так сказали. В смысле, так а нахуя нам в обычке первый босс, если мы его в ХМ режиме убиваем? Ой, блять, я, короче, челом, который фул заносят, говорил, а чё говорю, вы не убиваете первого-второго босса в обычке. Фокс, ты тут? В ХМе ради лута. Они такие, типа, ну, одни говорили, ну, не знаю, типа, мы не пробовали, а другие сказали, типа, что, мол... Поехали, могу фагрить потихоньку. Вот Фокса нету. Вообще, по идее, должно работать. Хотя, хуй знает. Видишь, тут же не как в ульде, что ты на конкретного босса запускаешь хэм-мод, а на весь инт. Может, ты не работаешь. Тихо, туп. Сбей мы на святилище. Должны, но... Яд, диспалим? Мага, фреор. Леха, мага чисто стрелки, хуя. Хуярит тарелками. Урдж кушает вроде. Ничего нельзя на активации не кушать. На кнопку поставить или микрофон, например.
где воронки нахуй? А тут не редко. Чё, тебе 12 не хватает? Где, у меня нету в кармане 12. Уже не 12, уже 8. Там маг вон слева, развер, два мага. Как раз, если что, тебе и Лёхе открыть. Быстрее зелье мага. Биченосец. Изменилось святилище. Где большой съебался? Он там, походу, у Каратреса ходит. Сейчас мага сагрю. Мага хлопит. Да призану проще похилить на этом боссе будет. Этим, Энхэм. Да призан ебашит нихуёво. И Энхэм тяжеловато тут. Ну, призан на Энхе здесь в топе по ДПСу, я, конечно, не знаю, что тут тяжеловато им. Так, от воронки отказываемся. Ну, я прощу, да там уже, по-моему, 1000 нажали. Ну, я, может, ошибаюсь, просто из Энха не играл, не знаю, там удобно, неудобно. Не знаю. Кажется, что миликам тяжеловато. Именно он может шотнуть просто его. Ну да. Не, ну у него прожимка минутная есть, по-моему, она должна откатываться на каждый вихрь. Если ты прям вихрь даешь, ее минус 30 урона, да, там. Вот после этого мага толстого убьем. Типа должно быть нормально. Если прям прожимка работает нормально. Ну, а вроде еще... каждую минуту может. Ну да. Типа в теории должно быть нормально. Бля, ебать. Гром и карта теперь имба 3 не признает. Ой, дай я лутера и воронку заберу, а? Че, ее не забрали еще, что ли? Нет. Ой, а он заразный. Все отказали. Как это, блядь? Я нажимал, блядь. Бои по ГП. Я нажимал, типа... Я нажимал на воронку. Я нажимал. Кто-то АФК, наверное, просто. А, ну так ну, я ожидаю. Ну, два петуха. С них моча будет зеленая. Ты звонил, договаривался? Ну да. Как обычно. Мы звонил. Путину ему. Да вы что там воронку забрали? Что, воронку забрать? Да вы потому что бой запускаете. Так и похуй на бой. Просто закидывай себе это и все. Бой next door. Ты там себе в аддоне посмотри, галочку убери. Время боя скрывать окно добычи. Убери галочку или поставь там, блин. И все здесь все будет ровно нахуй. Насколько ровно? А, бля, ровнее некуда. Встаем, встаем. То рано встает, тому Бог подает. Что у кого рано встает? У кого рано встает, тому Бог подает. По первой в мутпа. Ну я понял, да? У кого ровно встает? Второй. Ну он, кстати, не говорил в диссе, так что за что его мутать? В игре в ЧС поди кинет. Может быть. Может это быть. Может быть, поможет. Знак протеста будет, когда его мутану, блядь. Будет знак протеста.
Это твои знаки протеста. Все, мут пошел. Что-то магов нету, что ли? У нас получается только этот Дартис новенький здесь. Это чехни, кто там этот самый по токенам на вот эти руки, кто у нас вообще врывается? На Паловский и на ДКшный, кто врывается сейчас? На Паловский, я врываюсь на Паловский. Мэтт Фокс, руки ты не заберешь на этом КД. Там Славе даю на 2-5 было. На ДЦ. У него это второй кусок. Это раз. Во-вторых, чтоб был постоянный ДЦ 2-5. В скобочках нет, нахуй. Че, хуел, что ли? Блядь, ты вообще обалдел. Валанир собрали, реализации 0, блядь. Сейчас два куска нахуй. Нихуя. На ДЦ соберем, блядь. Реализации 0, нахуй. Чё ты за фаныч там это, ну, блин, наговоришь, блядь, на что-нибудь, ты там аккуратнее будь. Флут убейте, Мэтт Фокс. Здесь нету ни первого, ни второго. Есть куски, которые идут, когда ты лутаешь по приору и потом вне приора. Да и то мне сказали, типа, ты лутай, там были всякие вары, и батя говорит, да похуй, я говорю, блядь, месяц прождения, да нет, ты лутай, нам ДЦ надо. Я говорю, ну ок, тогда ладно, нахуй, уговорили, короче. Я тут не виноват, так что можешь. Суки, блядь, заставили. Я уговаривал, блядь, тебе хули дрин, клингрен, и еще кто-то сказали, типа, бери ноги, и ты их взял, блядь, все. Ну, я говорю, блядь. Уговаривали его, блядь. Им тебе только скажи, нахуй, возьми лут, он тут его, блядь, сразу возьмет. На туре, блядь, пол инста заберу просто. Уже мог на самом деле себе агента в гильдию заработать, который бы в Дискорде бы сидел такой, так, ну это Славе надо отдать. Алло, так, ну Слава, это шмотка Слава, точно там... Славе нужна. Небольшая Слава, там двум элемам щиток нужен, ребята, похуй, я нахапала, заберу, играть не буду. Я понял. Не, ну зато когда зайду, он у меня же щитком, типа, заебись. Все правильно, да. А можно шкаф там, ну или два шкафа? Еще раз объясняю, у нас нету постоянного ДЦ 2-5. У Гоши 2-5 есть, блядь? Похуй, давай отдадим, поебать. Я отдам. Обижен там. Мы же рофлим сидим. Давай отдадим, давай, поебать. Нет. Похуй. Зато будем, блядь, нормальные пацаны, блядь. Зато не будем контент проносить, да? Нахуй нам контент, ты чё, блядь? Сейчас ты в отпуск пойдешь, мы вообще будем ебать. Ровными ебать. Будем как обычку ходить, ебать. Два раза в неделю будем закрывать, да? Сука. Ночью на чипки будем бессмертного ебать. Будем на Акс ОС ходить, да? Ну, у ОС, кстати, пиздатый трансмог, поэтому я бы походил бы. Соло. Да? Так, кто там у нас? По легионе соло. Короче, проверка. Я предлагаю всем, кому нужны волониры, соло на танк, на этого танка раз в неделю убивать. Там осколки падают. Мы сразу 8 волониров будем собирать в гильдии. ДКшный там, подожди, вообще с кем он делит? Ты не учитываешь, что там IQ надо 800. ДКшный там ДК, лок, мат. Ну что, мы найдем всем по Гагарину, короче, и нормально будет. ДКшный, скорее всего, АЕКу. Слава, у тебя есть Гагарин? Я выпулик. На хули сидеть, нахуй? Блять, альта бутса, нахуй. На хули альта бутса? Мы же не в бирюльке играем. На пул. Ну, спасибо. Они, у вас есть слот? Пока фул. Ну, на карася нужен будет. Сиди на замене тут. Окей, я там на карасе. Я бы на рыбу сходил, если там это кольцо. Рыба уже мертва. Кольцо забудь, следующий я забираю. Серьга, не кольцо, я про серьгу. Ну ладно, хуй с вами. Все, мы закончили это ДНД приключение. Какое еще приключение? Ну, приключение. Ты очень громкий, да, плиз. Морлокос, помолчи, пожалуйста.
помолчу. От Синхана, от Вити отойдите все. Пусть сам отойдет. Синхан, отойди. Отрой. Чем там? Ты Гера. Геру быстрее даем. Пусть на вас. Кровист, отойди. Демона убьем своих. Хукмастера, ВМП Хант, Мадфокс, АЕК, Стелси. Убейте своих Стелси и АЕК. АЕК ФМ, демона бей быстрее. И Стелси. Стелси, на тебе демон, блядь. Стелси, убивай демона. Чё вы наебались она в рушами? Что вы хотите? Молнию кастуй. Так он стоит, кастует. Там цепухой захиливается демон. Цепухи не кастуйте на демонах, все шаманы, все три. Ну то цепуха, она хилит демона как пета. Стрим кто-нибудь другой включите. Дайте сокру, у кого есть. Дал. Вот хочу, дал, дал. Ну, то и включай. Юля, отойди. Напуливайте три напыла на нее, на Юлю. Чем проблем не... Ой, блядь. Если... Притворись, МБП. Чтобы Юля была первая. Равист, отойди. Сколько процентов там? 25 или 20? На 25 фаз. 1%. Демонов смотрю. Invisible, Hawkmaster, Синхан, Дартис. Синхан. Все убил. Бля, сейчас элементаль же пропадет. Мастер из рейда. Ну чё там, ну, на кого демон смотрит? Он по миликам хуярит, что ли? Можно выйти с рейда? Тут мастер из рейда, выйди. Мастер, слышишь? Да. Выйди, отойди оттуда. Он вышел, он вышел, он вышел. Он, да, там он далеко надо, от рейда. Надо как-то забрать с него, дать ему какую-то хуйню, блядь. На пульте демона просто в Лёху даешь. Да он на мне. Ну, он забагался. Он забагался, да. Берет он в них нон-стоп кастит. Всё, отходите от меня. На, на. В ту сторону сильно не отбегайте, то заведется босс. Будем чилить. Перчатки не выпали. Лице слово. Стука! О, запы, запы. У меня дона нет, но если что, что я жму ей ПГП перчатки. ГП? Кто сказал? Да, перчатки только за... Черпятки. Угу. Вот этот на ДК кто будет забирать? Портуйся, стой сейчас. Это кто мне надо, кому за по концу вы без теора дали. А чем мы в одного хлепала будем это говно хилить, да? Мэтфокс, второй кусок идет без приора.
Все равно какой это кусок руки, так, там, блядь, или когда голова. Два месяца назад пофиг. Мне говорили, пофиг на этот самый, руки первый кусок. Руки это не когда... первый кусок. Вы понимаете, мы можем пойти на Келя, и выпадет пузо, и вы будете считать пузо первым куском. Так если мне сказали, честно... руки первые, иди в жопу, блядь. Шо, в прошлый раз не помните если... уже? Если честно, я ебал эту систему в рот, потому что мне нужны, например, первыми ноги или плечо, а люди будут лутать перчатки, и я могу, блядь, год сидеть и не забирать эти куски. Это хуйня ебаная, на самом деле. В прошлый раз на какой-то другой кусок. У меня был приори. Тыкаю ГПП, а вы говорите, ай, пофиг. Берет тот, у кого надо второй кусок. Так что первое, блядь, брать тогда? Это кто спрашивает? Если есть приор, любой кусок может быть первым. Любой кусок может быть первым. Если ты, например, пришел на Келли... Если никому не надо второй собирать. Если никому не надо второй и четвертый кусок, который апнетреет, и ты приходишь, и у тебя первый приор, у тебя 100 приоров, у всех меньше сотки, и ты на Келли, допустим, выпал грудак, то это будет первый кусок для тебя. И, допустим, падает любой другой из пяти кусков, и ты приходишь. Если людям не нужен четвертый кусок, что выше по приору, чем второй, ты лутаешь что, второй кусок. Нажали, или что? И второй кусок уже лутается вне приора. Ебать его в рот. Они пиздают. Так, ну. Ну кливайте, вроде все без кливайте сифы, сколько можете. Кливайте быстрее их просто. Один лужу не разлил, нормально. Ты слышал, Войт? Чё? Я лучше пойду отдохну. Это кто? Мэтт Фокс, блядь, обиделся. А чё ты хочешь? Да заебало, 3 месяца, блядь, тебя в первом по приору, и всё время дают кому-то, либо, ой, это второй кусок, ой, это третий кусок тому, ой, ты руки не можешь взять, потому что нету, плечи тебе не подходят, потому что это не первый кусок. Ну. Короче, ну вот возьмешь ты, что ты будешь делать? Ну ты взял, ну что ты будешь делать? Ну, 2-то 5 ДЦ. Блядь, ебать, тяжелый, это пиздец. Короче, ну, я не знаю, ну, блядь. Я хуй знаю, что тебе сказать. Я могу не брать, как бы я мог бы не брать. Но я уже открыл кусок. Ну, я сказал, я пойду. Я могу сидеть бомжом и чтобы вы все проносили. Ты будешь все проносить? Может, ты ДЦшника пойдешь, вкачаешь? Качайте ДЦ и играйте. И танков, может, еще вкачаешь, пойдешь. Ты вообще может видел? Может быть, я дерево открыл бы. И одевай, что хочешь. Давай такое условие. Ты релишь мне все нахуй. И еще 2 танка и хилов создаешь нахуй. Танчишь и при этом и релишь. И забирай, что хочешь. Блять. Первый. Вам делаешь, сука, чтоб вы. Я постоянно... бы ничего до этого не говорил. Ну просто раньше, до этого, еще 2 месяца назад. Ой, да. Этому не дадим, давай лучше этому. Ну ладно, хорошо. Этому лучше. Ну, и так будет. Пока всех не переоденешь. Так 2 месяца назад это было, когда мы начали только сколько 2 куска делать. Мы начали, у меня был приор на кусок. Вы а что ты хочешь сказать? А то что ты хочешь сказать тому, кто 25-й будет по очереди лутать в рейде? Что ты ему хочешь сказать? То есть ему еще хуже, чем ты себя сейчас чувствуешь, нужно себя чувствовать, да? То есть он еще хуже, прям. Нет, ну, ты типа хуево себя чувствуешь, а тот что тогда с окошка будет выходить, или ты мне просто объясни, как надо к игре к этой относиться? Так это по приору или нет? Ну как, у тебя есть приор. Сейчас свой забрал, но по приору. Ты вообще слышал, что в DC говорили? Ой, это второй кусок. Подожди. Фокс. Я просто не понял, почему вот этот второй кусок ты берешь спокойно, когда я там нажимал, и то же самое, вторые куски кому-то. Что первый кусок, как его подожди, взять? Подожди, Мэтт Фокс, подожди. Ты, блин, вообще не понимаешь нихуя. Слава, помолчи секунду. Вот этот второй кусок мы отдаем Войду на ДЦ, потому что нам нужен ДЦ 2-5, все. На приоры похуй. Мне вообще там... похуй, я могу вообще нихуя не забирать. Не надо было начинать что-то взять, да хули, приором там каким-то. Нахуя его забирал этот приор? Послушай меня, пожалуйста, послушай. Вот нам я слышу, я понял. Ну так ты услышишь это. Мы не будем убивать боссов, которых мы хотим убивать всех. Да не, это всем похуй, кто будет убивать, нахуй. Слава, блядь, не перебивай, сука, дай я ему скажу. Я тебя третий раз, блядь, прошу, не перебивай, дай я договорю. Кто еще хочет с ними поговорить? Большой идет, отойдите с центра. Клоуны, блять. Там замена есть? Мэтт Фокс, ты играть будешь?
Он в других каналах. Они в других каналах. Он сказал, что пойдет почилит. Ебать, ну это как бы ГП нахуй. Я подумаю сам. Так а чё он, ну ты залутал сейчас, да, шмотку? Да все нахуй, все, хватит. Потом об этом попиздим. А ему просто тело и плечи, чё такого? Я не знаю, какие у него куски есть. У него ни одного куска нет. Вроде на штаны никого нету, бля, он сейчас бы штаны забрал первым нахуй. У него нету. По приору заберет, просто мы же сегодня и ой, блядь, ЗС, сука, по приору берет. Да ебать, ясно нахуй. Ну ясно, надо мне просто быть лохом нахуй, нихуя не одевать и вас одевать нахуй, родных. Подожди, Слава, ну ты взял, блядь, две шмотки, правильно? Правильно. Да хули, блядь, в его глазах я даун нахуй, долбоеб, который его шмотку 3 месяца пиздит нахуй. И кто ему это сейчас будет объяснять нахуй? То есть, если б я так думал, получается, все, кто залутал паловский и шамановский токен, все дауны? Не знаю, блять, они-то не виноваты, и шмотки-то я им распределяю, нахуй. У меня система даунская, нахуй. Урги тоже не нравятся, нахуй, когда я так никогда не лутану, нахуй. Ну а попиздеть нельзя, типа, а уступить, нахуй, мы всегда об этом говорили, блять. Да не, мне вообще похуй на самом деле. Ну, хотите, подумайте, хотите нахуй, хотите ровное ИПГП, пиздуйте в гильдию Сибирь там или где там это ровное ИПГП. Хотите консул, хотите вообще сами все утонуть, вот он магазин нахуй. Всем на будущее, блядь, говорю. Нахуй. Все, успокойся. Я мог не брать этот кусок, я еще раз говорю. Мне вообще похуй. Все, блядь, успокойся. Дони нахуй. Все не доход... все понимают, но один человек не доходит не только до одного человека, блядь. Да. Это делается специально, блядь, чтобы проносились стабильно рейды. Чтоб, если нету мардаунта, есть Слава. А нахуй ты это всем говоришь, что сейчас тут сидит? Все в курсе об этом. Я в курсе об этом, все всё понимают, блядь. Ну типа, блядь. И всем всегда была понятна система, блядь. Когда лутается, как лутается первый кусок, как лутается второй, как лутается третий и четвертый кусок. Не. А вы еще придумали, вот этот именно кусок будет первый. Этот... Я ебал, я еще говорил тебе нахуй, давай пусть урги ебаный лутанет свое говно нахуй. Слышал, что он сегодня говорил нахуй? Не надо там ебать мои куски нахуй, я так никогда не заберу. Да надо было ему отдать нахуй, чтобы он уже дамажил 30 тысяч наварий на своем нахуй. Похуй на этого ДЦ ебаного. Он и сейчас, сейчас дамажит 30 тысяч. Да я рот ебал да. Такую хуйню нахуй. А придете, блядь, в ту же БС-ку и обосретесь нахуй. Все. Да мы убивали уже, блядь. Мы убивали уже, блядь. Слава, забей хуй, блядь, угомонись, нахуй. Блядь, вот я не понимаю. Че ты, блядь, вот цикливаешься на это? Да нихуя, блядь. Я вроде щитки кидаю, вроде побыстрее. Ну все, кидай, нахуй. Все, сиди, не пизди, блядь. Заебал. Слава, один момент. А ты выставил из книжки спеллов новый щит? Там же этот щиток 15 уровня появляется. То есть там новый уровень щитка этого. Как мардаун, блядь. Да, 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 да. Только абсурба мало. Ну, по Деду Америку открыли нахуй. Если сюда. Что, я угу. На замене сижу, там готов похилить. Сейчас, но... сейчас, подожди, мы трэш. Сейчас трэш забьем. Так а что это? А кого? Призана в ДД был? Призана в ДД, да. Призан, будешь ебашить Призан. Заебали, разбегитесь нахуй, я заебался вас здесь пылить. Ломаныч, отбеги куда-нибудь нахуй. Да я, возле меня никого нет, блядь. Ренжа 10 метров стоит, в ДБ мне никто не показывает. Я стою один-одинёхоньки. Дартис, съебись от меня, пожалуйста. Если ты меня сейчас убьешь, я тебя, блядь, выкину куда-нибудь. Ляночка, отойди, съебись. Блядь. От кого ты там зловишь эту хуйню? Отойди на рейндж, ты можешь встать на рейндж? Нету, ну нету. Ведьму убиваю. Все, иди, ебаш. Бля, ну, толгородские тринки мне 1500 ДПС откинули. Нормально, ну. Я довольный, а шо пиздец. Короче, Слава, ты себе открыл, да? Ну, открыл он же сказал, что открыл. Я понял, не, я думал ему ворон кидать, но обойдется, значит. У него ж там были. Ебал я нахуй этот ебаный сервер, блядь. Да успокойся, блядь. Дайте ему таблеток, пожалуйста. Деда, накапай там по 10 валерьяны. 666 маны стоит щит, нахуй. Ну, ладно, это новый катор. Зато имба, хули? А нахуя ты говоришь вытаскивать, если он у меня, блядь, есть, нахуй?
Там в книжке новый скин. Я просто предположил, потому что подобный момент не первый раз я встречаю у ДСшников. Это убичай только. Смотри, там 15 левел у тебя шелда, нет? Это убичай только, он, блядь, 14 левел стоит в макросе, блядь. Берется левел максимально. Да он, наверное, уже прочекал эту хуйню, когда с Гошей открывали, блядь. Чего? Там не делать нехуй прочекать. Ты думаешь, он запомнил, блядь? Холодно. Ну тоже. Я пойду отдыхать. Да все, ну хочешь. Без чего? Без срача. Да это не срач, просто есть актуальная проблема. И... Проблемы нету, нету проблемы. Человек про нее не зря говорит. Ну, небольшой нету, конфликт. Нету вообще проблемы. Блять, ну, а сколько я нахуй сижу жду, блять? Я ж ничего не говорю, блять. Типа, ну, блядь. Да, да, что сделать с теми, кто позже залома начал лутать будет? Вообще тогда повешаться или что нахуй? Че, мы карася не будем? Нет, Слава, ты не понял. Сейчас стражи зачистить. Так а че, я не понял-то? Ну смотри, разговор сейчас не про то был, что ты забираешь перчатки, разговор про то, что вот сейчас условно он типа первый кусок не взял, он пойдет сейчас, мы убьем робота, кому-то нужны будут плечи вторым куском, или вот сейчас ноги кому-то нужны будут вторым куском, но... он будет сидеть с топовым приоритетом, солить его месяц, потому что кто-то там второй забирает, кто-то третий. Ну давай я буду солить, нахуй. Давай я буду солить. Лёха. Послушай меня. Я рот ебал эту хуйню, нахуй. Я понял, что ты имеешь в виду. Надо было, но... нахуй, надо было им отдавать, нахуй, даунам этим, нет, нахуй. Слава, да я не ебал, мне это 2Т5, нахуй, не уперлось, понимаешь, да блядь? Да сейчас на твои 2Т5 похуй, сейчас вообще не обманывай. Да надо было отдать вам, нахуй, чтобы вы, сука, заткнулись, чтобы вы сидели со своими 4Т5, нахуй, и все, нахуй. Лёха, объясняю. Во-первых, MadFox зря затеял эту хуйню. Сейчас априори он первый, это раз. Во-вторых, второй кусок лутает только Рома. Вот. Грубо говоря, если выпадают ноги и плечо, то он бы один кусок все равно лутанул бы сегодня. А вот эти обиды, лутанул, блядь... Не лутанул. Лутанул бы. Нет. Да. Потому что ноги или плечо забирает либо Рома, либо я. У тебя это третий кусок. Так, ну, а у него это первый кусок. Ну. Ну. И вы смотрится, у кого приоритет выше. У тебя или у Мэтфокса. Выше. Ну. И какие тогда могут быть обиды, блять, если у него приор ниже. Ну ладно, сегодня, скорее всего, у всех хуевое настроение. Здесь сразу... Чику пригласите. Несколько моментов. Да, пригласите. Совпало. Во-первых, то, что до этого обсуждалась такая вещь, как то, что перчатки идут первым куском. Так говорили. Да слушай. Потому что мы убивали всего лишь два. Да, я понимаю. Да. Но, типа, он просто солил приор, и он сидит, и он понимает, что он не может забрать куски. И просто человеку обидно, он там 2 месяца сидел, или сколько он собирал. Вот и все. Бля. Ну, блядь, все солили приор когда-то. Ну, да, так же само, он, я сижу уже который месяц, блядь, ничего не могу утонуть, потому что оно не падает просто, блядь. Да, там уступил мне плечи еще. И он грудак этому, бля, я Глебу уступил. Плечи я вообще уступаю уже, какой КД? 4-й, наверное. Короче, давайте закончим разговор, смысла в этом нету. Да надо было, я тебе тогда говорил, надо было отдать нахуй этим варам ебаным нахуй. И Мэтфоксу нахуй после них по приору, блядь, ебаные их куски нахуй. Потому что мне этот Т5 нахуй не уперлось, блядь, и так бы позакрывали, блядь, поскрипели бы нахуй. Ну, по такой. Чем это ебанину эту выслушивать нахуй? Эта ебанина будет всегда, потому что все вечно недовольны. Да, согласен. Все недовольны.
Надо шкаф. Потому что кто-то залутал быстрее, чем он, блядь, все. Заломаныч. А то, что на следующем КД это может залутаться, не, блядь. Я тебя не слышу, Лёх, вообще. Пай, тебе сегодня Т4, ой, Т5. Нет. Да. Кто уступает? Я. Нахуя? А танчить, кто будет? Он нахуй время будет танчить? Лёха. Мне заебись в 2 Т5. Лёха... Будет заебись в 4 Т5. Хуйня, ты не держишь, Лёха, так агро. Тут так реально лучше 1-4 куска, потому что, ну, блядь... Особенно, когда я с первого числа буду ходить раза два в неделю, блядь, вам нужен будет второй сильный танк. Нам нужен, да. Сейчас, подожди. Я просто пример приведу. Вот мы ходили на леди, когда позавчера, да? Когда Холидринг танчит трэш, когда ты танчишь трэш, это две разные вещи. Ты танчишь трэш, я подхожу, ударяю два раза, и на меня два моба сагриваются. Не, Лёх, да, тут как бы, блядь... Холидринг танчит трэш, хуй чё сагрится вообще. Это большая разница, и я на леди два или три раза сдох просто от трэша. Причем я и давал время, там, и 4, и 5 секунд я ждал, он подходил, начинал бить, на меня срывалась агро. Тебе может заебись танчиться, но мне, например, не заебись бьется, когда ты танчишь. Нет, тут, охуенно. Да не, Лёх, ну, тебе охуенно, я же говорю, тебе охуенно. ДДшникам нет. Тут я согласен, лучше 1-4 куска. Похуй пока на мои. Ебаная залупа, блядь. Все время из этого Т5 ебаного нахуй. Ебал, блядь, я в рот, сука. Нахуй. Че ты, Слава, щиточки вынес себе? Да, я хуй вынес, мне. Нахуй. Дайте мурдеду, блядь. Да все, Слава. Мэтфоксу пишем нахуй. Сейчас он не зайдет, будет хуево всем, блядь. Да, куда он делся, блядь? Он ушел отдыхать. Все, расслабься. Ты тоже хочешь отдыхать пойти? А мне ты зачем это говоришь? Хуяли, блядь. Ну ты кусок вообще должен сейчас лутать. Он тоже бы кусок сейчас лутанул. Да мне похуй вообще. Мне поебать, я уже сказал. Что ты сказал? Что ты не лутанешь никогда, ты сказал? Ну сейчас лутанет Равист, я лутану плечи, там, еще что-то. А схуя ли Равист лутанет? Ты лутай нахуй, потому плечи лутай. Потому что у него второй кусок. У него второй кусок. И че, блядь, сова в 4-4 больше дает. Нахуя ему этот кусок сейчас? Ты ебанулся? Че хотите делать? У вас вот своя система. Я просто сказал, какие у него есть проблемы. Ты все равно лут распределяешь и сам. И что второй? Просто... А да второй, слушай, второй хуёвый кусок Равист, ты сам говорил. По своей системе распределяешь. Я говорю, вот сейчас... Отдашь Рависту, отдавай Рависту, мне похуй. Я плечи заберу. На следующей неделе ноги упадут, заберу ноги. Не упадут, буду ждать. Мне поебать. Мне похуй. Все, давайте босса убивать. Да надо мне было вам нахуй куски отдавать, натуре, блядь. Все, Слава, ты уже сам ебло, время блядь, кривое, нахуй. Давай. Ты сам хуйню сейчас несешь, блядь. Какая хуйня? Почему он офнулся с РТ, блядь? Это вообще нормально, нахуй? Да, можешь мне пойти тогда, блядь? Блядь, Слава, это все, успокойся. Хули успокойся-то, блядь. Нет смысла об этом сейчас. Давай, релога, сюрпризно. Дайте рыбу. Есть рыба? Я поставлю. Чи, блядь, сука. Внизу на ступеньку. Все окно. А кого добрали? Молодец. Антику. Мурлокос. Кусок урги сейчас будет забирать, нахуй. Я разберусь, блядь. Я сказал, нахуй, урги будет забирать, нахуй. Бурлокос, нахуй, на этого, на друида заходи, нужен друид. Ты, Диси, меня сейчас слышишь, Мэтфокс? Надо ДПС Слава, вместо Сихана. У меня КД мы же ходили. Куда? Ну, с первым статиком мы же слепца ходили убивать. Ой, со вторым. Так это на той неделе в четверг, было. В четверг ходили. Там... За Ясока. А, они в четверг ходили? Да. В четверг было. Сука, Слава, я ебал, нахуй. У нас все нормально сейчас. Ты можешь, блядь, ну не заниматься хуйней, блядь, мы будем бить босса, блядь. Ёбаный в рот. Чё ты исполняешь? Ну, Мэтфокс зашел, все нормально. Чё так, Синхан, это самое... Портанись по чили ДПС, побольше Мэтфокс даст. Так, это... Мы будем в 6 киллов? Сейчас посмотрим. Может, просто Мэтфокс? Мы все, мы всегда были. Да, Мэтфокс. Ну вот. По-любому надо. Да, блядь. Мэтфокса призана, получается. Мэтфокса и призана, да. Надо, короче, это... Блядь.
Дартис, это мне... Пускай Синхан... Слышишь, Синхан, обратно, короче, надо Дартиса поменять, потому что он меньше пользы даст. И Иннер еще дашь, и БР. Ну да. Дартис тогда пусть портует. Дартис, портуйся. Не принимай сумон, пока Синхан. Шкаф ставьте. Этот самый... Авелания, ты же хилил на позиции, на вот этой, на центральной, да, по-моему? Там, где... на центральной нет, я хилил вот тут. Вот тут. Вот там, где ты сейчас стоишь. Да, вот тут. Вот тут ты будешь, короче, с пула получается что? Получается баба туда, ромбик в ромбик, ну. Шаркаря первого убиваем и босс в черепок. Короче, так, кто там у нас танки? Сколько? Три танка, да? Лингрен, Юлих, Лендринг. Кто у нас был? На боссе. Так, Лингрен получается. Лёха на боссе, я на двух, и Юля бабу заберет. Всё. Да, Лингрен, помнишь, да? Отводишь в ромбик этого босса с пула. Потом, когда квадрат мы убиваем, отводишь босса и стоишь спиной в череп. Нужно, короче... А я хилю Костю через частицу, да, также. Да, ты хилишь его. Угу. Да. Но надо, короче, сделать так, чтобы ты в ринже встал от тотема. Да, это я знаю. Ну куда-то там. Он представляет их просто. Да, можешь там остаться сначала. Сиди на замене. Вот, а тут у нас что, примерно кружок. Там где-то звезда. А в кружке у нас будет Инсика стоять. Инсика, ты будешь хилить Юлю, которая стоит в этой, с бабой в звезде. Там, там, ну, походишь вперед-назад, вправо-лево, чтобы доставала частицу 60 метров. Короче... Это, ты помнишь, да, как двигаться? Ты хилил, по-моему, тут. Самое главное, если, смотри, Нисика, когда квадрат убивают, и рейд бежит к Юле, ты частицу перевешиваешь на Лингрена. Он пробегает здесь, стоит спиной в череп, ты частицу на Лингрена вешаешь и хилишь себя, и это, и Авеланию хилишь. Вот, нужно тебе себя не уронить, и Авеланию. Вот, в то же время к бабе не подходи, чтобы лед с нее не летел. И себя так хилил. Есть саппорты, да? Саппорты есть. Что, мы тут саппорты, кстати, пьем? Саппорты все, да, пьют. Бля. Витя, ты уже выпил банку, да? Нет. Повезло. Это холидринг, есть у тебя саппорты? Я могу раздать, если надо. Синтек, ты что, псих, что ли? Слава. 15. Да. Ну я ему... А, у тебя есть? Ну, по-моему. Хулидринку дал пока. 15 вы раздавай. Так. И мне надо саппорт выпить. Чё это за хуйня? А. Это скример, ой, блядь. Шкример. Так, масло закончилось.